после 4-летнего перерыва вновь открылся Ленинский мавзолей. Снова идут сюда тысячи людей, чтобы видеть дорогие черты бессмертного Ленина. Председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР товарищ Гричуха вручил главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке маршалу Василевскому награды за выдающиеся заслуги перед государством и Красной Армией. Крайняя нищета. Вот что оставила после себя японская военщина, выброшенная Красной Армией из Маньчжурии. Убогие фанзы, жилье китайских крестьян. Лабу, китайская репа, голодная пища. Японцы отнимали у китайцев весь урожай риса, только чумиза, подобие проса, и гаолян, раньше служивший кормом для скота, оставлялись пищу крестьянам Маньчжурии. Впервые после долгих лет оккупации крестьяне воспользуются, наконец, плодами своих трудов. Деревенский праздник в честь нового урожая. Шахта 13 бис Треста Советскуголь достигла довоенной мощности. Горняки торжественно отправляют первый эшелон угля, выданного на гора после полного восстановления шахты. Второй годовщине освобождения от немецкой оккупации Донбасс уже дает стране больше угля, чем любой другой бассейн Советского Союза. Лаптевых. Самый северный порт Советского Союза, порт Тикси, корабли доставляют последние грузы. Навигация подходит к концу. Скоро бухта Тикси закроется тяжелыми полярными льдами. Thank you.
несмотря на трудности военных лет, порт оснастился первоклассной техникой. Корабли выгружаются без задержек. Площадь Курского вокзала в Москве. Под ней на глубине 40 метров идет большая работа. Сооружается трасса четвертой очереди московского метрополитена, так называемое «Большое кольцо» протяжением свыше 20 километров. Трасса свяжет 7 вокзалов и оживленнейшие районы в столице, увеличит общее число пассажиров на 1 миллион человек в сутки. На новой трассе строится 12 станций. Станция Таганская по проекту архитекторов Рыжкова и Медведева. Станция Калужская, архитектор Поляков. Станция Павелецкая, проект академика архитектуры Колли и архитектора Кастеля. Мастер парашютного спорта майор Василий Григорьевич Романюк перед взлетом в стратосферу. Последние приготовления к высотному затяжному прыжку. При взлете присутствовали спортивные комиссары Центрального аэроклуба имени Чкалова. Полчаса самолет набирал высоту. 167 секунд Романюк падал, не раскрывая парашюта. Этим затяжным прыжком он побил мировой рекорд. Это был мой 1309 прыжок. Прыгал я с высоты 12 800 метров. Отделился через борт вниз головой. Первое время падал, даже не управляя своим телом, чтобы сохранить силы. На высоте 8000 метров я начал управлять своим падением. На высоте 800 метров открыл парашют, приземлился нормально, чувствую себя хорошо.